Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал PH3 Games, и мы с вами продолжаем. И у нас тут отряд наемников, а мы безоружны. Ладно, будем действовать по стелсу. Ушел. Тихо. Блин, сюда подойди. Фуа. О, зацепился. Охереть. Ага. Чуть цепляется, блин. Так. Где твой напарник? Вон он. Спалит, не спалит. И пошел гулять. Тоже полетел. Опа. Не спалю? Нет. Погоди. Тебе показалось? Что это? Стих, стих. Тут же забыл. Убил. Пристроился тут. Тихо, тихо. Так, одни же моношкирицы. Они нас потерять могут из виду. Забираем. Ага. Ищут. Спрыгнул, что ли? Угу, или они тоже там зашкирились. А нет, ходит, бродит. Быстрее, 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 быстрее. Что с ним? Да, долго думал он. Походу оглянулся, нас видел. Так, где остальные? Ага. Маленький. Перебежать только если по-быстрому. Ходит. Быстрее, быстрее. Тут никого. Это еще что? Да не, не. Все нормально. Тихо, тихо. Изи, изи. Видно что? Ничего. Так, ну, один уходи. Где ты, падла? Фу-ху. Раси парочка тут. Сюда, сюда иди. Да пошел ты. Ходим. Тихо, тихо, нет. Сами уроды, блядь. Быстрее, быстрее. Гранату что кинул? Дурак что ли? Опасно же, гранаты здесь. Засел там, бля. Не-не-не-не. Отсюда.
сил там стреляешь. О, что там где? Винтовка с прицелом. Отлично, то что надо. Какая отдача-то. Ладно, взяли. Трупики. Куда? А, фу. О, бля, я думал, сейчас вниз улетит. О, красота. Еще один. Должен допрыгнуть. А, да. О! Иди, залез, бля. Снайпер. С той стороны, нормально. Что, что не с этой? Это что там? Снайпера нету? Гранатометчик. Нихера. Уходим. Так, где гранатомичка это? Дальше. Уходим. Ну а патрушек, ну ладно, постреляем еще. Нам прицел нужен, чтобы снять гранатометчика этого. Там что, пулеметчик что ли? Пускай стреляют. Мы обойдем их. Вау, винтовка. Давайте ее. Ты гранатометчик. Не вижу его. Рассредоточься. Ну да. Он споткнулся, упал, да? А, нет, пулеметчик. Где-то там еще один был. Походу к нам лезет. Только с какой стороны? Угонал. Ха-ха-ха, жесть. Где ты там? Упс. Я его ранил, и он меня хорошенько. Пойдем. Блин, нашу позицию-то я запалю. Здесь вот снять его можно. Вот он. Хедшот, блин. Бах. Упал. Так, а у нас там что? Ну, визжечка. Ну, ладно. Все, со всеми разобрались. Можно прокатиться. Ну, мы здесь прокатимся. Поехали. Несите грязь. Так, и что здесь у вас? Угу, забираем. Ух ты. Нормально. Блин, гранатомет, конечно. Ну ладно, с него мы стреляли, а с этой мы еще не стреляли. Ты здесь. Ух ты.
Здесь кто? Это труп. Ладно. Полежи тут. Шикарно тут все так красиво. Скивозейки. На ляпота. Ладно, полезли наверх. Ух ты, бля, высота. Уху. Да, сюда парашют бы, которого нету. Вот это вид. Джунгли, заросли. Горы. Нейтан. А, прыжок. Отлично. Да, сокровище не пахнет пока. Ладно. Куда мне? Направо пойдешь. Смельцу найдешь. Налево пойдешь, богатым станешь, да? Надо, что здесь ничего здесь нет. Ладно, иди куда хочешь, но придешь в одно место. Кто там? Да, все заросшее здесь. Может, какая пещерка есть? Ну ладно, пещерка. А, нам выше надо. О, записка. А, черепок что ли пробили? Ладно, почитаем. Ага, убил всех. Это сокровище. Угу. Не мы одни. Ищем это сокровище. Сколько лет его уже ищет, и найти никто не может. March 23. Ого. Жуткая история. Команде Бёрдса повезло с этим сокровищем не больше, чем нам. Так, здесь. Ничего нет, что ли? А, нет, есть. Сокровище нашли. Кинжал, что ли? Пиратский. Да, шикарная заточка. Все полезли наверх. Ладно, черепок. Оставайся тут навеки вечные. Иди. Опа, быстрее. Прыгай. Держись, Нейт. Угу. Потягушки. Тихо. О, было опасно. О, Сэм. Братыла, ты где был? Чуть тебя не пристрелил. Да, мы тоже. Сэм, ты жив. Да, как всегда вышел сухим из воды. Рад тебя видеть, братишка. Пошли. Нас ждет сокровище. Погоди, Сэм. Куда нас несет? В каком смысле? Вся наша снаряга на дне Индийского океана.
Ничего, стащим что-нибудь у солдат Надин? Да, у солдат. Против нас целая армия. Ну, все это время мы справлялись. Мы с голыми руками посреди джунглей. Так в эти джунгли мы и стремились У нас попасть. Даже пути отхода нет. Так, ну послушай, в порядке бреда. Давай спустимся и хотя бы угоним себе лодку. Лодка подождет. Ты знаешь, что у нас на кону? На кону моя жизнь. И мы ее выкупим, если пойдем в эти джунгли и найдем Либертали. Ты тут видел хоть какие-то следы пиратской колонны? Я вот точно нет. Не поздновато ли теперь сомневаться, Нейт? Ну ты признай хотя бы, что замысел Эвери организовать ту пиратскую утопию вполне мог провалиться. И вполне возможно, что мы зря тратим время на иллюзии вместо того, чтобы искать реальный способ тебя спасти. Я намерен перерыть весь остров по камушку, пока не найду сокровища, ясно? А ты, если совсем уж не уверен в своих силах, можешь возвращаться домой. Стоп. Домой? Ты издеваешься? Знаешь, чего мне стоило доставить тебя сюда? А чего мне это стоило? А? Так, семейные разборки начинаются. Это тут вообще ни при чем. Правда? А я вот так не считаю. Что? Ну, показывайте, то что там. Обалдеть. А вот тебе и след. Все еще хочешь домой? Посмотрим, что там есть. Нейтан загорелся. Ну, только след найти, он будет переть как танк. Так, нахера здесь камушек. Явно непростой. Ну, просто так он здесь... зарисовать. Блин, как же тут красиво-то. Комарики летают. Офигенно. Листочки падают. Бабочки. Шикарно, шикарно, блин. Опа. Хорошее начало. Ага. Да, только бы остальное не было завалено тоннами земли и камней. А я вот лично... Да, сейчас посмотрим. Так, залезть можно. Здесь зайти. Здесь открыто. Там какая-то дверь была. Может, ее разбить можно как-то. А, нет, это окошко закоучено здесь. Ты ходишь, бродишь. Осматриваешь. Да, какой-то храм, домик. Посреди джунглей. Да, пираты, блин. Нам острячили тут. Сокровища нету, ничего нету. Водичка бежит. Вон, давайте пробираться. Сэм, сюда. Я иду. Никого нет. Дома никого нет, да? Это место знавало другие времена. Да, крыше нужен ремонт. Только бы она на нас не рухнула. Да, природа берет свое. Корни пустила, здесь завалы, устроила заросли. Так, что-то есть. Угу. Сэм, давай. Сюда.
Да, здесь опасно шевелить все это дело. Все гнилое уже здесь. Сюда. Стоп, здесь что-то может есть. Так, о. Я прошел. Сюда. Пылища. Обошли. Эй. А там что-то было же. Ну-ка, отойди. Можно вот тут пройти, можно было там пройти. Понятно. Ладно, не будем балки шевелить. Ну, двигайся. Шо? Так, направо, налево, что здесь? Чего нет? Зато какая хорошая нагрузка на квадрицепс. Так, здесь что-то есть. Ах, нормально, облегчение. Ах, как же приятно иногда размяться. Да, это точно. Так, стоп, вылезли, значит, да? Эй, там он внизу что-то нормально залез. Что здесь? Тихо, тихо. Так, это получается крыша. И на крыше ничего нету. Да, все скосилось, под откос пошло. Угу. Сокровища. Да, не зря мы возили. Сюда. Где-то там, блин, дальше. Отлично. И что здесь? Ради кувшина мы тут возили. Бутылка, блин. С ромом хоть. Пустая. Зато посмотрели. Здесь не рухнул, здесь ничего на нас. Так, тупик здесь. Крыша все держит. Полочки. Бутылки. Ладно, возвращаемся. Не, ну прикольно сделано все так. Так, нам туда, значит, да? Тут есть выход. А, слишком высоко, не залезть. Да вон, сейчас нормально залезем, найдем выход. Мне кажется, все шикарно-то, блин. Так и хоть любоваться, бегать всем этим делом, исследовать. Тут ящик, у меня идея. Ага, скинуть ящик, все, вот вся идея. Берегись! Что там падает? Так, он залез. Нашел чего? Да, может быть. Ну-ка, ну-ка, что там? Ты должен это увидеть. Иду, иду, иду. На братела двигайся. Ху-ху-ху-ху. Что ты видишь? Да. Нет домов, широкая улица. Наверняка тут было что-то типа рынка. Да, спасибо за ценную информацию. Что ты видишь? Ты хочешь, чтобы я это сказал? Очень надо, чтобы ты сказал. Ладно. Либерталия.
Либерталия! Нашли. Легендарная, затерянная пиратская утопия, которая спустя 300 лет найдена неким Сэмюэлем Дрейком. И ну да, конечно. И его менее эффектным братцем, который случайно увязался за ним по пути. Я всегда знал, что однажды ты станешь человеком. Это не первый затерянный город на моем. Тихо, тихо, просто... Насладись моментом. Ну, вот покажите, хочу тоже полюбоваться так. Красотой этой. Охереть. Ну, с чего начнем? Вон с того сооружения. А, со сторожевыми башнями? Да, посмотрим, что они там сторожили. Согласен. Все, говорю. Встретимся в раю. У меня дар речи пропал. Ну да. Говоришь, дар речи пропал. Когда-то здесь точно рай был. Сейчас не менее лучшие. И руины, блин. Джунгли, горы. На каком-то острове неизвестном, блин. В Индийском океане. Отстряпали город, блин. В джунглях. Вот пираты. Да. Любуйся не хочу. Ладно, хорош любоваться. Сейчас пообщаемся, погодьте. Ну, механизмы всякие здесь. Жаль, что Алькасар другого мнения. Вот обязательно нужно кайф сломать. Кайф кайфом, но мы сюда по делу пришли. Поверь, про дело я помню. Да и так, к слову. Ну ладно. Или гора какая. Так, наемников не видать. Надин Ральфа тоже не видать. Значит, их еще пока здесь нету. Может, даже и не будет. Не, навряд ли. По-любому доберутся тоже сюда. Облака плывут. Охеренно, охеренно. Так, наверх нельзя залезть, да? Ладно, слазим. Зарисовываю там. Удовольствие тут. Без срока годности. Телеги. Забрушилось все здесь. Да. Жена такая. Так, заперто. Кого-то здесь все обвозит так. Жили же. О. Записка. Еще можно прочесть. Отец.
Даже с семьями жили. И будут все свободны и равны. Шикарно. Кристофер. Так, там можно было пивнуть, да? Ну, койка еще сохранилась, так более-менее. Вниз можно. Печка. Блин, как все сделано шикарно здесь. Это... Все падает здесь кузнец. Это, походу, здесь кузница была, точно. Эй, Сэм, точила. Кузница. Да. Вон тут поддували, кочегарили. Офигеть. Пиратская кузница. Ну-ка, что там? Сабля. Здесь делали сабли. Да, конечно, надо было вооружаться же. Да, заживел уже. Но зато настоящие. Зачем поужить два бери с собой? Будем мочить кого-нибудь. Защищайся, пёс! Класс. Я просто... Ну да, я понял. Ну, как раньше. Да, да. Тоже мне пират. Ну что, попытка не пытка. Ну пойдем. Здесь все шикарно, но надо двигаться. Если да, то не на этом острове. Иначе про него бы все узнали. Логично. Офигеть. О. Кости лошадей привязаны, словно их бросили. Почему? Не знаю. Может, люди спешили? Или их увели силой? Что-то здесь нечисто. Ну, тоже интересно, что здесь случилось? Как такая колония, блин, так просто вот... Реально, кости лошадей, блин. А что ты думаешь, что... Их тут явно немало пиратов было. В смысле? Ну, все хорошее когда-нибудь кончается, так? Я, конечно, шучу про проклятое сокровище, но после всех твоих историй... Обычно верный вариант — это самый простой вариант. Обычно. Ну, может, их спалили, накрыли всю лавочку их, ну, прикрыли, то есть... Армия все пришла и... Ну, хотя вся армия пришла, вот, узнали бы об этом месте. Так что дело не в армии. Что, не пройдешь? Тихо-тихо, Том, залезьте. Есть рум настоящий? Нет. Что это? Все положите. Что с собой взять? Взять нельзя, что ли? Надеюсь, сокровище-то возьмем. Солнышко печет.
Ух ты, даже фонари у них стоят. Да, цивильно у них тут было. Вон, еще один фонарик. Не, я надеюсь, что-то случилось. Может, какая-то нечисть. Неспроста же так все не бросили и свалили отсюда. Что, даже лошади поставляли. Так, на крышу не залезли, да? О, блин, ну он даже фонарик. Опа. Похоже, мы нашли местную таверну. Пираты всегда пираты. Это бар. Сурово. Да, бутылки все стоят так. Стаканы разбиты. Пираты есть пираты. Бочки здесь. Вина, рома или что там? Не, ну тут явно войной не пахнет. Камин. Интересно, нам расскажут, что случилось с пиратами? Или с жителями? Так, еще выше можно забраться. Сначала здесь, что здесь? Стол. Здесь отдохнуть, что ли? Ну, Сэм, наливай. Хороший вид. Пусто. Выпьем. Да, выпьем. Ну да, хороший вид. Что тут хорошего? В колонии? Ну да. Кладешь свои кровные в общий котел с этими проходимцами. И что потом? Ну, расслабляешься. Тихая гавань. Крепкий грок. Неплохая жизнь. Да, наверное. Но каждый день видеть статую Эвери. Да. Давайте пообщаемся по душам. Ты не задумывался, что было бы, если бы мы жили иначе? Раскрутили бы твое шоу с фокусами? Вот да, неплохая идея. По-моему, ты себе льстишь. Да тебе просто завидно. Ну да. Ты завистник. Я в смысле... Как бы мы могли сейчас жить, если бы вообще не стали гоняться за сокровищами всяких мертвецов? Ты думаешь, наша жизнь могла быть, ну, нормальной? Нормальной. То есть все милы собираются за столом на День Благодарения, показывают фотки детишек. Так, что ли? Нет, спасибо. Не по мне. Мне и так хорошо. Ага. Я это уже слышал. Брось. Нам с тобой повезло. Это везение? Да. Ну, то есть, я, конечно, отсидел 15 лет, так что все относительно. Ну да, тут ты прав. Всяко лучше, чем тюрьма. Мне неохота идти, но надо. Моя кружка пуста. Должен сказать, сервис тут ни к черту. За сто стулья на века сделаны. Не сломались. О, сыграем. Все, взаимодействие такое. Чуть заденешься, порушится, шевелится. Не, жалко, что нельзя сыграть. Все, побрякали бы что-нибудь там. Набрякали. Так, вон, давайте повыше поднимемся. Да, блин, красота. Висится так веками тут все.
про расу дерется. Бутылка. Вот какая шикарная бутылочка-то. Там что внутри? Блин, до сих пор не верится, что это компьютерная графика. Как такое можно вообще сделать? Так, допрыгнем. Прыгнули. На крышу можно залезть? Ну, цепляйся. Цепляйся. Сейчас как-нибудь приползем. Все, что приползли? Не, прыгать неохота. Да это. Ладно, подтягиваться будем. Подкачаемся немножко. И два. И три. И четыре. Молодец. Меняем. Ну, это можно было просто пройти. На крышу, на крышу. Нет, не залезешь на крышу. Ну да, пришли сюда. Плевательница. Или это урна какая-то. Ладно, все шикарно тут, но надо двигаться дальше. Может, шкатулка какая-то. Нет. Конечно, я бы тут бродил бы и бродил бы. Так, это кузница. Ага. Конюшня. Это что здесь? О. Эй, Сэм, смотри! Пиратский кодекс поведения. Угу. Я думал, тут вся соль в том, что правил нет. Правила были даже у пиратов. Так, конюшня. Да, куда без правил-то? Эй, похоже, тут есть какой-то проход. Тихо-тихо, не залазь только. Нормально. Потому что вот и дом не смотрели. Если можно туда зайти. Представляешь, как тут было раньше? Лавки открыты. Гуляют просоленные пираты. Да, вообще здесь жизнь кипела. Улица, блин. Все здесь было, блин. Инфраструктура развита, блин. Кузница, бар, блин. О. Что мы взяли? Ваза. Так, это походу столовая, что ли? Ну да. Харчи тут варили, продавали. Офигенно, офигенно. Так, смотри, здесь жили семьи. Да, но... А, это дом семьи, что ли? Куколка. Они забрали, что ли? Точно. Из сена. Офигенно. Так, опять писсуары. Ого, колыбельная. Лошадка деревянная. Офигеть, качается. Тихо, тихо. Качайся.
Качайся. Блин, все, скачалось. Маленький стульчик для ребенка. Да, тут какой-то... Так. Влиять на Пираджу с семьей своей. Да понятно, что нам туда идти. Надеюсь, посмотреть охота. Главное, на первом этаже там они продавали, торговали. На втором жили. Так, здесь. Так, там кузница, да? Да. Капитан Эвери, давненько мы вас не видели. Местная площадь. Что это за символ? Я видел пару таких, когда искал тебя. Так кто тут ставит метки? Это чья-то печать? Нет, я такой не знаю. Так, а мы тоже похоже видели. Наверняка у этих людей были враги. Логично. Там когда трупа, скелет нашли. И над ним была... Эй, Дэй, посмотри. Что там? Да, красиво. Даже очень... Так, ага. Так, нам, значит, перебраться туда надо. Сейчас. О, здесь, значит, наказывали кого-то. Точно площадь. Это на площади только такое делали. В кандалы запихивали. И на пару суток оставляли, прохожие кидали там чем-нибудь. Сюда. Да постой ты, дай полюбоваться. Здесь все это вообще шикарно, блин. О, это оружейные копья. Здесь походу тюрьма, а вот точно. Вот она тюрьма местная, вот там что-то и лежит. Блин, что за писсуар какой-то взяли? Горшок. Ал, Сэм, спаси. Нас заковали. Ну, типа полиция местная была. О, бедняжка. Цивилизация у них тут была нормальная. Все было у них тут. Все равно что случилось. Так, замок. Или что это? Ну да, замок. Необычный. Ну, доспехи. Свои законы, все было. Охеренно, охеренно, бля. Нам сюда. Да знаю, я знаю. Сюда, за мной. Так, это что здесь, чей домик? Ну-ка, не толкайся, дай пройти. Тут есть тоннель. Эй, Сэм, сюда! Здесь что-то есть. Я сейчас. Сэм, погудь наверху. Падай. Падает. Ладно. Ладно. Упал. Идем другим путем. Иди сюда. Так, направо пойдешь, налево пойдешь. Странно. О, сокровище. Тоннели как-то примитивнее, чем остальная колония.
Словно их копали в спешке. А вот это точно туннели. Да, именно. Какой-то погреб, что ли? Похоже на убежище. Или убежище, да. Да. От кого они прятались? От самих себя? Бомба-убежище. Опа. Смотри. Карта. Похоже на схему торгового квартала. И... вот. Вот наше сокровище. В этой башне. Что они задумали? Блин. Как же все потрясно-то, а. Так, как нам сокровище забрать? Где там? Мы откуда пошли-то? Отсюда? Иди сюда. Так, если мы сюда пришли, значит, там где-то проход есть. Блин, нету. Снова этот символ. О. Да. Еще один знак. Знаешь, если символ оставили захватчики, мы бы не нашли его в подземном убежище. Да. Может, тут не все было гладко. Тайные общества, заговорщики. Это вполне возможно. Ну да. У пушки. Молоточки. И лестница наверх. Да, здесь явно войны не было, либо здесь бунт произошел какой-то. Все перебили друг друга или... типа того, что-то, наверное. Там войны здесь не пахнет. Бутыль медный. Красивый. Ну, проходи же ты. Шикарно, шикарно. Скромная церковь. Церковь? Ну, хотя да. Где еще бомба убежище делать? Фига себе, скромная церковь. Фу-ху. Да, все прогнило. Дождем и ветром разрушило. Ангел, что? А вот как мы выберемся. Колодец. Ну ладно. Так, спускаемся. Можно стрелять? А, ну да, что я удивляюсь. Убытки же стреляли. Там внизу виден свет. Фига себе. Это что? Вот это там и где? Охренеть. Да эй! Не говори. Колония. Да здесь мегаполис какой-то, а не колония. Жесть. Да это нежданчик. Фига себе. Как они это все грохали, пираты, блин. Вот это да. Опа, наемники. Значит, тут уже один и рейв. Райв. Тихо-тихо. Еще не заметили. Ничего не будет. Ладно, не высовывайся. Хотел сказать тебе то же самое. Да, да. Нихера себе. Там откуда там вообще? Вот он, церковь. Эй, смотри. И вниз спустились. Ну да, немало их там. Ну, храм. Там внизу что-то еще есть. Залив.
Вот она, эта гора. Там, значит, с другой стороны уже. Да. На этом, да, друзья, остановимся в прекрасном моменте. И будем продолжать следующую серию. Так что подписывайтесь на наш канал PS4 Games и на наш паблик ВКонтакте. Ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.